И если обратиться сегодня к статистике, то у нас количество ученых в стране за 2019 год выросло в расчете на 10 тысяч человек населения Республики Беларусь. Поэтому здесь мы просто констатируем факт о том, что да, сегодня научное сообщество, оно растет. Но мы должны, конечно, говорить и о том, чтобы оно росло и в качественном, не только в количественном, но и в качественном уровне. И в этой связи, конечно, Академия наук активно работает. Сегодня ребята очень тонко чувствуют актуальность тематики, насколько она востребована сегодня как в научной сфере, так и в целом в обществе, в реальном секторе экономики. И в этой связи, конечно, в Академии наук делается многое для формирования именно кластерной организации научной сферы, где могут объединиться абсолютно различные ученые, работающие в разных сферах физики, математики, информатики. И такие междисциплинарные кластеры, они во многом являются привлекательными для молодежи, потому что они нацелены на комплексное решение серьезных, крупных задач, которые волнуют не только ученых Беларуси, но и в целом научное мировое сообщество.